Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы идем, ребята, а точнее летим. Играем в Ratchet and Clank. В Ratchet и Clank. Куда мы направимся? Говорят, планета Покетару очень приятная. Планета Покетару. Встретись с Фелтоном Разом. Уничтожьте водосборщики. И, возможно, найдите путь на вершину водопада. Полетели, ребята. Уничтожать водосборщиков. Искать путь на вершину водопада. И выполнять все эти миссии. И все будет замечательно. Ratchet и Clank всех спасут. С рыбка улетела. Они забирают всю воду. А вот и мы. Надо не дать им это сделать, ребята. Мы по Китару оказались в опасности. Ratchet и Clank должны были уничтожить водосборщики Дрэка. Иначе бы этот тропический рай превратился в иссохшую пустыню. Закрыто. А почему? Наверное, в дальнейшем здесь нужно будет что-то повернуть. Посмотрим-ка, может быть, что-то купить можно. Сжигатель сам себя не усовершенствует, знаешь ли. А мы можем улучшить, кстати. Мистер Зуркон. Давай Зуркончика, что ли, улучшать? Я им очень часто пользуюсь. Такая штука есть. Так что могу заверить, работает на ура. Либо пикселизатор. Даже не знаю, что больше в приоритете. Ну давай Зуркон, ладно. Так, что у него? Дополнительные болты из врагов. Выпадают еще больше болтов. Давай вот так три штуки как раз вот так по кругу сделаем. Круто! Все супер. Ты Ломбокс, про которого мне брат говорил. Чтоб меня в панировку обмакнуло, да кривозубу скормило. Грим говорил, что дружит с Ломбоксом, а я не верил. Первый раз в жизни Ломбокса вижу. Ты, значит, Ratchet. Жутковато. Такое сходство, это как-то... Ага, жуть. Грим попросил нас помочь вам уничтожить водосборщики Дрэка. Чтобы уничтожить эти штуки, нужен апгрейд вашего корабля. И как раз сейчас на Комик-Кон прибыл самый крутой спец по апгрейдам. Я отведу вас к нему. Давай, отведи. Найдите техника. Так, это дополнительная задача? Да. Найдите техника. С тех пор, как бларги начали вторжение, тут полно этих пуфоидов. Они гадкие, но вкусные, если знаешь, как готовить. Это телеспрут! Ого, здоровячок! Так, тихо. Давай-ка запикселизируем его. Иди сюда. Чуть-чуть осталось, ребята, чуть-чуть. 1% есть. Эй, а лихо ты его. Конечно, лихо. Я такому научил. Где Зуркон? Идем, мой катер там! Хорошо он отстреливается, кстати. Я вообще-то планировал порыбачить, а тут заявились эти водосборщики и все испортили. О, долго добирался? Уже почти 10 лет. И вот только-только рыба хорошо ловиться начала. Зуркон куда-то исчез. Ну-ка, верните. Так, давай хоть что-нибудь поставим, какую-нибудь
Не знаю. Воспламенитель, что ли? А лучше, наверное, пикселизатор. О, я его пикселизировал. А куда мы вообще летим? Я пощажу тебя, пришелец. Пошли, пошли. И как туда вот попасть? Еще какая-то площадка была. Ну вот, опять пуфоиды. Вы вдвоем с ними справитесь. А то я рыбачу лучше, чем... Да справимся, конечно. Ну вы поняли. Мы со всеми справимся. Вроде бы это все. Идемте. Ну, активируйся. Почему не активируется? А давай пальнем просто в нее. Ой, сильно пальнул. Ладно. Я хотел другим чем-нибудь. А получилось барабан этот протонный кинул. Еще один отряд. Зуркон, давай. Действуй. Видите, вон там водопад торгов. Мы с Гримом каждые выходные забирались на самый верх, искали золотые болты и все такое. Сейчас заберемся. А потом однажды я наспор спустился вниз в бочки, и наш папашка так взбеленился, в жизни его таким не видел. Славные времена. Еще один телескруг. Так, погоди, давай-ка возьмем. Вот, сейчас, кстати, возьмем, давай новую пушечку, разжигателем будем фигарить его. На! Ой, сразу 12%, хорошо. Забирает у него по 12%, супер. Правда, патрон был вот этот последний уже. Ай, он мне в меня прям четко попал. Ну, давай еще плазмострелом попробуем. Тоже неплохо. По 6%. Вроде бы это все, идемте. Поехали дальше. Как там старина Грим-то поживает? Мы как переехали сюда из Поляриса, от него мало что слышно. У него свой гараж вроде. Да, на Велдине. Небольшой, но клевый. Мы занимаемся конверсией двигателей, протонной чисткой и все такое. А теперь ты галактический рейнджер, и Грим тобой гордится. Если честно, не знаю. Я должен был помочь ему с протонной чисткой, но пришлось уйти раньше времени. Надеюсь, он не очень зол. Да ничего с ним не будет. Вы ведь защищаете галактику. Это ж тебе не протонные чистки. Мой друг недалеко отсюда. Он сумеет. Так, чем-то надо еще пострелять. А, это давай вот так. Кстати, карточки дали, давай посмотрим. Мультиключ. О, я собрал комплект. Количество урона, наносимое мультиключом, увеличено на 100%. Круто. Вот он, мультиключ. Куда прилетели? Прекрасно. Мост убран. Эти бларги мне точно всю рыбалку испортят. Сделай одолжение. Я сейчас активирую все нормально. Спасибо, идем, уже недалеко. Давай, догоняй. Держите, ребятки. Ой-ой-ой, дело плохо. Ларги добрались до города. Еще карточка. Похоже, пуфоиды задали им серьезную карту. Я собрал комплект. Баталия называется. Бонус за собранный комплект. Количество получаемого вами раритана увеличено на 5%.
Это хорошо. Нам не добраться до моего друга, пока здесь наземные войска. Быстрее прокачаемся, сейчас. Значит. Оставайся здесь. Все забираем. Так, и куда дальше? А, ну все, вот сюда и идем. Сюда, только непонятно как. Мост надо. Надо мост активировать, а как? Как активировать мост? Вопрос. Ну-ка, давай поговорим с тобой. А, подожди, не надо мост активировать, надо прыгать. Полетели. Мы здесь активируем его. Ай, стоп, тихо. Зуркон. А. Вот так, ребята, сделаем. Зуркон пришел. Нись, ты забыл активировать мост. Сейчас, вернемся. Ты не переживай. Сейчас все будет, заходи. Иду, извини, я малость... Давай быстрее чешками шевели. Сейчас я пробегу здесь по кругу, может что-то есть. А, ничего нету. Смотри, вон там караоке-бар по китару. Если повезет, как раз там-то мы и найдем моего друга-инженера. Сейчас найдем. Ребята с моего форума зовут его Большим Элом. О, мы его знаем. Встречались в Алирой. Куда? Зачем? А, нырнуть можно, прикинь. Это про него. Зато лучше... Тут пиранья сожрет. В тихом омуте акулы злее. Приз получен. Зато приз за это получил. Бар по китару. Если повезет, как раз там-то мы и найдем моего друга-инженера. А кто ваш друг? Ребята с моего форума зовут его Большим Элом. Да что ты опять улетел вниз, а? Встречались в Алира-Сити. Все, он пираньи уже за мной идут. Это про него. Смотри, вон там караоке-бар по китару. Если повезет, как раз там-то мы и найдем моего друга-инженера. А кто ваш друг? Ребята с моего форума зовут его Большим Элом. Где Зуркончик? Мы его знаем. Встречались в Алира-Сити. Прикольный чувак. Давай разжигателем будем бить. Это про него. Зато лучше Элла. Новый уровень, плюс 34%. Да ты чё, а? О! Круто! Жизни увеличились, 70 стало. А вот это хорошо. Кристальчики. Да идите вы нафиг, а. Так, карточки где-то выдали нам. Ну-ка, посмотрим. Огнебластер. Комплект собран, женская сила. Количество получаемых вами болтов увеличено на 5%. Все, болтов еще больше будет. Еще один комплект. Огнебластер. Делает доступным для покупки в режиме испытания Лавацитор. Модификация Омега. Не знаю, где это, что за испытание. В общем, пока идем дальше. А, подожди, у нас же еще могут повторки быть, да? А повторок пока нет. Так бы написали, что повторный можно поменять на что-нибудь. Так что нам нужны любые карточки, их можем, в принципе, поменять потом. Эй, здоровячок! На, держи! По-моему, я с трех ударов его вообще повалил. Это очень круто, это получается из-за того, что я его улучшил, что ли? Он улучшился. Подожди меня! Где Зуркон? Ясно, а теперь... Заходим. Эй, Эл, можешь открыть? Давай, Эл, открывай. А я пока карточки посмотрю. Не заставляй меня говорить это вслух. Вот здесь почему-то я падаю всегда, а? Зачем? Ну тут какой-то корабль. Мы, может, на нем поплывем даже. Полетим. Ладно, ладно. Дославится Большой Эл Завоеватель. И смотрим карточки. Одну дали агента Рока. Заходим.
Слава его колдуна 20 уровня горит ярче, чем четвертая звезда в созвездии Большого Юлия. Ты открыл? Нет? Давай. Здорово, ребята. Эй, Рэтчет, Кланк! Да чего тесна галактика? Как поживает леди Кора? У нее все нормально. Слушайте, нам нужно избавиться от этих водосборщиков. Можете проапгрейдить наше бортовое вооружение? Всегда рад помочь галактическим рейнджерам. Как насчет комплекта тослобоев? Там поляризованные электроизлучатели, повышающие движущую силу на 128,7%. Даже раритановый корпус пробивают. Похоже, это как раз то, что нам нужно. Идите вперед, мы вас прикроем. Давай, давай, так будет классно, когда мы улучшим все. Ребята хорошие, они сделают. Вот сюда нам и надо поэтому. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А где у меня улучшалка? Дай-ка я сюда сбегаю. Рано вышли отсюда. Разжигатель сам себя не усовершенствует, знаешь ли. Мы сейчас улучшим. Давай еще Зуркона улучшим. Или что еще можно? Тебе отдам по хорошей цене. Давай Зуркона, он в принципе хорошо всех бьет. Вот так по кругу обойдем. Готово. Доступно загадочное улучшение, протокол торможения. Можно запасать больше зурконов, и они при этом не дерутся между собой. Это повышает число боеприпасов. Их несколько, что ли, будет? Ну-ка, подожди. Или просто боеприпасов больше? Сколько зурконов? 6. А в чем прикол? Ладно, потом разберемся. Эти бларги начинают меня реально доставать. Я готовился выступить с докладом, почему все голофильмы по комиксам отстой. Ожидались самые популярные блогеры. Я, Стюарт Зёрга, Обсидия Ван Шмут. Здесь была Ван Шмут? Серьезно? Я ее обожаю. Она все ненавидит. Нет ни одного фильма или игры, на которые она бы не написала разгромное ревью в комментариях. Чтобы так лихо критиковать, нужен талант. Прибыли в пункт назначения. Так, не толкайся. Толкается тут. Почему болты валяются? Пусть корабль улучшает. Давай, ребята, побыстрее улучшите наш корабль. Мы на месте. Ну что, заглянем под капот и поставим вам эту оружейную систему. Переустанавливаем оружейное ПО, перезагружаем систему. Все! Обнаружен комплект тослобоев. Удачной охоты. Полетели! Сейчас будем охотиться. Чего ты ждешь? Уничтожь эти водосборщики! Напоминаю, обычные боеприпасы против водосборщиков неэффективны. Используй тослобои. Сбивай тарелки бларгов. Из них выпадают боеприпасы и наноботы. Так, ракета, турбо, пулемет. Где тарелки эти? Получилось. Получилось, давай. Нужно добыть ракеты из тарелок бларгов. А, больше нет этих ракет. Давай тарелки сбивать тогда. Все системы восстановлены. Системы восстановлены. Давай ракетами еще раз закидывать. 3 ракеты. Можно еще больше, наверное. Мимо, прикинь, блин, мимо. Все системы восстановлены. Да что такое-то, а? Жизни мало. Нужно добыть из этих тарелок побольше тослобоев.
Давай добывать. Вон они, тарелки эти. Одна ракета всего. И та мимо пошла, прикинь. По-моему, обычное оружие тут не поможет. Я понимаю, что не поможет. Надо насобирать сначала. Получены ракеты Теслабои. Вот он летит, смотри. Раз, два, три. Попал? Ой, зачем я ее выпустил, прикинь? Не специально. Надо еще раз возвращаться. Есть. Надо еще ракет как-то побыстрее насобирать. Тихо, аккуратно. Всех подобьем. Где тарелки-то? Вон они летают. Отлично. Давай еще догоним. Вот, надо их близко сбивать, потому что из них выпадает ракета эта. Во, запустим. Раз, два. Ну куда полетел-то? Дай сюда ракету. Значит так, мне нужна эта вода. Она улетает в небо. А, нет, она ко мне летела. Что ж, галактического рейнджера не то, когда наша планета будет готова, я тебя на ней первым закопаю. Да, председатель. Раз, два, три. Остался последний. Еще надо насобирать. Раз. А что-то ракету я не поймал, да? Ладно, ускоримся. Дайте ракету. А, из красных, наверное, выпадает. Ну-ка, идите сюда. Да, все верно, из красных. Это злые красные, а я чуть зеленых своих бил, походу. Полетели на турбо. Готов. Да хорош, а мимо пролетел. Иди сюда. Получены ракеты Теслабои. Ну давай его уже добьем, тут в принципе надо-то. Нацелиться аккуратненько. Поближе подлетим. Мимо. Раз. Четко в цель. Еще. Все, я, по-моему. О, да. Вы спасли курорт. Приз получен, лейся веселее. Обычное дело. Вот и все. Делов-то. Всех водосборщиков прикончили. А наверх вот мы не попали. Там задание какое-то было попасть наверх. Изумительно! А, к слову, если понадобятся еще апгрейды, обращайтесь ко мне. Как насчет ускорителя? Я только вчера ночью загрузил чертежи. Выглядят классно. Хм, он бы нам пригодился. Калибрую авиационный порт. Давай, калибруй. Обновляю программу. Обновляю. Все еще обновляется. Готово! И у нас будет ускоритель. Все, круто! Забирайте. Вообще-то, чтобы летать на таких красавицах, нужна лицензия класса Б. Ну ладно, вы же галактические рейнджеры. Мы без это лицензии можем. Добраться до насосных станций. Возможно, найдите путь на вершину водопада. Избавиться от амебоидов на насосной станции. Так, давай попробуем выполнить. Крутанем здесь. Вот и открылось. Как быстро-то, смотри.
Быстро крутит. Возможно, теперь мы проберемся на насосную станцию. И как вы это предлагаете мне сделать? Там же пираний много. Туда просто долететь попробовать? Ладно, сейчас узнаем. Оцени, какой выбор. Самые выгодные предложения в галактике. Наверное. Так, ну на корабль нам не надо. Это, наверное, уже совсем улетать отсюда. Я так полагаю, можно попробовать долететь. Ай-яй-яй-яй-яй, нет. Пираньи сожрут сейчас. Если только прыгать быстро. Давай быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Прыгаем. Чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Есть. Насосная станция Бларгов. Так, полетели. Точнее, телепортируемся. Вот мы и на насосной станции. Идем. Гниющая слизь амебоидов. Спорим, бларги припрятали здесь свою добычу. Так, вроде пираний нету, поэтому можем нырять. И куда? Я так полагаю, сюда надо двигаться. А, здоровячок, здорово. Здоровячок. Так, стоп. Воду я спустил, но он меня ударил, нифига себе. Вот так, ребята, получайте. Стоп. Почему вода опять прибыла? Надо быстро бежать, что ли? Побежали быстро. Побежали быстро. Соберем болты. Здесь коробки. Открывай. Ага. Стоп, верните туда. А здесь как? Изменить мощность кольца. Все, понял. Давай другое кольцо. А если здесь изменить мощность кольца? Ага. Так, теперь переходим на другое кольцо, последнее. Вот. Поставим так его. Чего-то где-то не хватает, да? Раз, два, три. А, вот луч. А как? Почему так делается? Стоп, вот здесь мощность кольца надо изменить. Я понял. Теперь я понял. Вот это сюда должно быть. Или нет? Вот сюда. А это кольцо посерединке. Все, теперь откроем. Но замки, в принципе, не очень сложные, так что ничего, тут можно легко проходить. Окей, дальше куда? А вот сейчас как-то надо, чтобы вода появилась. То есть надо идти обратно, запустить воду.
Я дверь-то открыл, теперь надо запустить воду. Запускаем. И мы там сможем проплыть тогда. Поплыли, поплыли, побыстрее. Нырнуть. А что-то он мог и так пройти, в принципе. Ну ладно. Так, давай-ка выпрыгнем, быстренько Зуркона поставим. Поставим протокласт. Ну-ка, фигарь его. Эти зеленые жабы, они постоянно делятся, поэтому их много будет сейчас. Они мелких. Из одной жабы появляются две мелких. Жаба или сгусток, я не знаю, кто это такой. Зелень, слизень. Я их буду слизень называть. Где Зуркон опять, куда делся? А, слушай, знаешь, в чем прикол-то? Я же, наверное, уже этот развил по полной. Вот так класс, надо... Надо другое, наверное, оружие использовать сейчас. Покрутим. Вот это скорость. Так, мы где сейчас? Мы почти полпути насосной станции прошли. Нормально, идем наверх, надо запрыгнуть. Быстрей. Платформа уходит из-под ног. Поэтому надо перепрыгивать все аккуратненько и быстро. Мистеру Зуркону скучно. Так, так, так. Подождем, пока платформа опять обратно вылезет. Сейчас можно прыгать. Ждем. Давай еще, пошли, осторожно. Только не падай никуда. А здесь как? Здесь придется взорвать. Надо было раньше как-то об этом позаботиться. Да, стрельнуть туда. Но уже поздняк, придется опять идти наверх. Ай, платформа уехала. Так, давай, прыгаем. И продолжаем, продолжаем. Мы свое движение. Ну-ка. А смотри, как быстро достаточно получается, если все почти сразу прыгать. Вот здесь мы упали, да? Все, открываем. Какой-то суперсложный замок. Но мы и с таким справимся по-любому. Так, увеличить мощность. Как-то странно. А, тут два. Значит, его вот сюда надо поставить. Мощность увеличиваем. А, эти сюда. Все четко. Значит, этот надо в серединку. Есть ли тут еще что-нибудь интересное, куда я шмякнулся вниз? Нафигашечки это было сделано. Ну вот туда надо было, на ту платформу как-то допрыгнуть. А там карточка лежит, прикинь. Там карточка, слушай, надо запрыгнуть. Туда по-другому никак не забраться надо. Значит, отсюда прыгать. Зуркон заскучал уже. Вот здесь надо как-то перепрыгнуть. А, стоп. Давай залезем сначала. Нет, он не залезает. Подожди, если я сейчас отсюда прыгну и полечу просто. Прыгай и лети. Ура, я забрался сюда. Сейчас обратно так же улечу. Только карточку открою, посмотрю. Стоп, а что это было? Обменять повторяющийся. Давай обменяем. Вот целый комплект у нас почти собран, да? Давай обменяем. Протон, бонус за полный набор. Делай доступным для покупки в режиме испытания протокаст. Так, ладно. Полетели. Полетели, полетели. Зацепились. Отлично, все. Не придется по новой обходить там. Да что ты там была за ней, за коробкой была взрывчатка.
еще отдохнуть прилетишь? Ого, там сколько, смотри их. Поехали активировать. Поплыли, точнее. Уходим. Ой, отойди. Опасно это все. Кислород. Быстрее наверх. Супер, я вон там пропустил, правда, вот такую штуку надо забрать. Здесь кристаллов, ой, кристаллов, говорю, болтов много. Ныряем. Сейчас проплыву. Надо все активировать здесь. И всплыть надо. Ну, я не знаю, для чего я это все, конечно, делаю, все эти активирую. Наверное, чтобы разбить вот тут. Здесь вот еще столб. Да и пособираем все. Давай еще раз проплывем. Смотри, вот сколько несобранных еще. За кислородом. Глоток воздуха и снова поплыли. Все, обратно. Ну давай здесь еще проплывем. Все, активируем. А, я все рвануло по цепочке. Быстрее всплывай. Там еще что-то есть внизу, да? Нет, больше ничего. Все, можем выбираться на поверхность. Окей, давай Зуркон. Протокласт. Очень много насобирал болтов. Это хорошо. Это очень хорошо. Сейчас крутанем. А вообще, наверное, надо все-таки мне какое-то другое еще раскачивать. Потому что протокласт уже не качается. Давай пикселизатор буду качать, пока, ну, сколько есть патронов, все буду тратить. Кислородная маска. Наконец-то я могу дышать под водой. Ох ты. Мистер Зуркон, скучно. Это хорошо. А куда теперь? Возможно, найдите путь на вершину водопада. Телепортируемся. Курорт Хавайи. А я теперь могу дышать под водой. Понятно, но здесь-то куча пираний всяких. Как теперь выбираться отсюда? И куда вообще плыть? Они же меня сейчас сожрут. Или нет? Они не нападают, кстати. Ну, я могу, да. Могу теперь плавать. И теперь вопрос, куда плыть? И как попасть на вершину водопада? А, вот здесь можно вылезти. Все, давай наверх. Ну, водопад мы вон там проходили, надо попробовать туда сходить, сбегать. Ух ты! У тебя хватает на апгрейд разжигателя! А мы можем улучшить. Давай пикселизатор улучшим. Или он все хочет, чтобы я разжигатель улучшил. Давай разжигатель. Здоров. Давай, будем разжигатель улучшать. Ну и покачать, наверное, тогда этот разжигатель надо, раз мы его взяли и улучшили. Как попасть на вершину водопада? Вот в чем вопрос. Давай сейчас пробежим и посмотрим, может быть получится.
Ну, если нет, нет, значит, мы просто полетим на другую планету и все. А, вот сюда я могу, смотри. Сюда проплыть же теперь могу. Я раньше не мог плыть. А вон и лестница есть. Отлично. Значит, мы сможем спокойно попасть на вершину водопада. И пираньи мне не помеха теперь. Идем наверх. Нет, подожди, мы здесь были. Мы здесь были. Значит, что-то не так. Значит, не туда. Вон туда надо попасть, ребята. Наверх обязательно. Там кристалл лежит. Два. Ладно, видишь, пробежались, еще что-то набрали, чего до этого не увидели. Вот водопад, собственно говоря. Ну как туда забраться наверх-то? С помощью чего? Ранца нет летательного. Ну я могу проплыть еще, в принципе, куда-нибудь попробовать. Вон там кристаллы лежат, похоже. Поплыли. Но тут уже вообще открытая местность, куда-то я плыву, неизвестно, неизвестно куда. Очень много коробок и много, похоже, много кристаллов, да? Нет, один дали всего. Так, ладно, понимания нету, как попасть на вершину водопада. Ну и фиг с ним, в принципе. Я думаю, ничего страшного. Это не основное задание, поэтому можно просто идти дальше проходить. А может, на корабле на этом? Нет, наверное, нет. Ладно, бежим обратно. Может быть, по пути я найду выход, как туда забраться. В принципе, вся территория уже исследована. На этом корабле? Нет. Ну, в общем, ладно, ребят, идем. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И можете поделиться с друзьями. Всем удачи, всем пока.